Всем привет, друзья, с вами Неломоб, и мы играем в игру Among the Sleep, то есть посреди сна или демонстрация сна. То есть я так подозреваю, что действия в этой игре будут происходить в каком-то во сне, да? Sleep, adjust amount, logo, мы яркость регулируем, окей, и начинаем в нее играть. Ну, вы как видели, может быть, заметили, это у меня демо-версия. Вот мне объяснять, как играть. Ctrl to ползти, Ctrl, обычное управление. Space, пробел. Ну, в общем, разберемся во время игры. Какая-то песенка. Я пока что ничего не могу понять, как будто... О, открыл я глаза. Я играю за малыша, получается, да? Вот глаза открылись, закрылись у меня. Открылись, и я вижу что-то похоже на медвежонка. Лежит медвежонок мой в кроватке. То есть я лежу в кровати, правильно? Так, открылись снова глаза. И глаза такие, то есть они... Я сплю, но мне так... Кто-то тянет моего медвежонка. Кто-то утаскивает его. А ну отдайте обратно моего мишку. Не трогайте моего мишутку. Куда-то он наверх полез. Ты чего? Нехорошо. Двери закрылись. Откройте двери, я люблю сквозняк, я хочу свежего воздуха. Кто-то тянет мою кроватку. Ну, то есть, кто-то реально тянет мою кроватку. Игра такая уже, в самом начале я вижу такая, немножко такая мрачноватая, да? Вот нашу кроватку перевернули, или я сам перевернул. Но меня манят сразу же на выход, на туда в двери, чтобы я топал. Я вижу тут кубики, могу что-то поднимать, какие-то вещи. Довольно интересный геймплей. Я играю малышом, как вы заметили. Shift. Так, я встал на ножки, я сейчас пешком. Я могу на двух ногах ходить, я уже взрослый мальчик. Комната у меня прикольная, конечно же. Вот, я могу открыть, что здесь у меня в сундучке. Ничего нет у меня в сундучке. Могу на Shift бегать. Там кто-то рычит, кто там рычит, не рычите, а то сейчас вам порычу. Прыгать могу? Прыгать не получается у мальчика этого. Я наверное, мальчиком играю. Так, ладно, будем ползти. Мало ли. Q or E to peek around Q. Понял, Q. Q и E. Не, пока не работает. Коробки, коробки, вижу коробочки. Вижу ящичек, открывай ящичек. Ладно, вставай. Мы ничего не боимся. Почти ничего. Ну, я, по крайней мере, ничего не боюсь. Так, я так думаю. Я думаю, что я ничего не боюсь. Сейчас кто-нибудь выскочит. Мне посоветовали эту игру. Хоть она, я знаю, что она не такая уж и новая игра, но мне сказали, что она классная. Так, мы можем поставить стул и там открыть двери. А можем эти двери открыть, по идее? А, нет, нам нужно пододвинуть стул к дверям. Получается, залезть на него. Опа, закарабкались. И теперь дергаем ручку. Все, толкаем и пролазим дальше. Так, мы лезем? Нет, мы идем пешком. Двери заблокированы, можем бежать. Быстрее, 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 быстрее. Футбольный мячик, ура, ура, мячик. Можем подбрасывать. Кто-то кричит, по-моему. Двери приоткрыты. Пойдем сюда, посмотрим. Стиральная машина работает. Надо ее подключить. Не надо, чтобы стиральная машина работала. Не надо. Так. Что у нас тут? Носочки! Носочки, ладно. Это что? Это бойлер. Воду греет. Кажется, собачка пищит. Тын-тын-тын-тын-тын. Цветочек. Можем что-то сделать с цветочком? Пописить в него. А, мы устали. Мы упали на эти... На карта... На эти самые... На коленки. Снова на коленках топаем. Тут как-то темно все. Темно, темно, но я не боюсь, почти не боюсь. Так. Так, 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 под стол. Спрячемся под стол. Спрячемся под столик. Вот так, тихонько. Вот тут двери, надо их открыть, но я так понимаю, я их не открою, потому что у меня я устал, и я не достаю, и, короче, надо мяч брать. Тут еще лестница? Как по этой лестнице вниз спуститься, если тут все загорожено? Тут замочек. Закрыто. То есть берем мяч. Понесли мяч вот сюда. Я так надеюсь, подозреваю, что нужно как-то на мячик закарабкаться. И мы с мяча достанем, чтобы открыть следующие двери. Так, подвигаем мячик сюда. Нет, мячик, не укатывайся. Иди сюда. Иди сюда, иди сюда. Еще ближе мячик. Давай. Все, поставили мячик, встаем.
Так, теперь лезем на мяч. Эй, мячик. Что происходит вообще? Не нужно на мячик залезть. Да куда ты укатываешься? Я хочу... Но, видимо, нельзя на мячик залезть. Видимо, это не подходит. Надо что-то думать. Стол как-то подвинуть. Либо найти ключ, да? Чтобы это открыть. Закрыто. Газовый вот огнетушитель. Ну, давайте табуретку потянем. Попробуем, да? Дальше. Не тянется, да? Не тянется табуретка сюда. Сейчас надо что-то другое использовать. Ну что еще можно использовать для того, чтобы забраться? Гладильную доску? Возможно, это оно. Не берется гладильная доска. И это не берется. Одежда какая-то. Давайте залезем в шкаф и спрячемся. Попробуем, а? Можно? Спрячемся в шкафу. Прячемся. Прячемся в шкафчике. Опа. Все, мы в шкафу сидим. Нас никто не видит. Можно тут тихонько посидеть. Немножечко. Ладно, идем на волю. На волю хотим. Хочу на волю. Что это такое? Похоже на сушилку. Но она. Но ее брать в руки нельзя. Что очень грустно на самом деле. Цветок неактивный. Мяч активный. Полка книжная, стол, на который я не могу залезть, мяч. Тут какой-то еще столик, да? Он тоже неактивный. Но это можно выглядывать, понятно, за, на сторону. На батарею не хочет залазить. Куда же здесь двигаться дальше? Мяч, 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 мяч. Нет, на мяч он не хочет явно залазить. А мяч в воздухе могу поднять? Могу. Возможно, надо как-то мяч куда-то бросить. Во что-то положить мячик? Пока что идей нету. Стиральную машину мы отключили, да? Можем ее обратно включить? Вставай. Вставай, говорю. Так, бери эту штуковину. И втыкай ее обратно. Нет, не хочешь? О! Это же мой медвежонок. Thank you. Thank you, Sam. Something's not right. Что-то не так, что-то не так. Нужно найти твою маму. Ну давай. Я тебе повыдушу, медвежонок, ты мой любимый. Чик, забрали мишку. Можно закрыть эту штуковину. Мишку мы спасли. Это уже плюсик небольшой. Ну, давайте же искать, что здесь можно сделать еще. Возможно, теперь, когда мы мишку забрали... Что-то зарычало, да? Что-то изменилось. Я упал, что-то зарычало. Возможно, лестница эта открылась. Как будто что-то... Я не может не... А, вот, да, открылась лестница эта. Спускаемся вниз. Поползли, 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 поползли. We have to be very quiet. Мы должны быть очень тихими. Don't know what might be listening. Мы не знаем, кто нас слушает. Вентилятор. Ух ты. Какая-то новая игрушечка маленькая. Какая-то непонятная игрушка. Так, вот здесь что у нас? Огнетушитель. Я уже вижу огнетушитель, ребята. Сейчас мы тут... Что здесь? Какой-то бочонок. Если его открыть, что там? Не открывается. Просто ящичек. Это что? Ботинки. Ботиночки. Огнетушитель, плащ. Ботинок. Не знаю, для чего это нужно. Пригодится. Так, двери. Что здесь? Огнетушитель. Стул. Перевернуть. Надо под столом топать. Тин-тин-тин-тин-тин, я малыш, я пролез под столом. Тут двери какие-то. Но мы пока... Ой, что-то... Я не испугался, честно говоря. Там что-то такая вспышка какая-то была.
Но я, честно говоря, не особо испугался. Ну, вспышка, ну что? Он телевизор! У, мультики смотреть! Ну, как-то шутка не совсем уместна, но... Как его отключить-то? Кассета. Мы хотим что-нибудь себе поставить, какой-то мультфильм. PlayStation. Пианинка. Я хочу на пианинка поиграть. Где мне поиграть на пианинке? О, я могу поиграть на пианинке. Дайте мне поиграть. Ну, не мешайте мне, пожалуйста. Ладно, побежали дальше. О, какие-то орешки высыпались. Кто здесь шумит? Кто здесь хулиганит, а? Кто? Кто разбил цветок? Бананчики. Я люблю бананы. Вы знаете, что я люблю бананы? Бананчики, бананчики. Хам-ам-ам. Нет, не получается мне их есть. Рукавичка. Перчатка. Холодильник. О, покушаем сейчас. Like Frog Ost. Чего? Чего здесь? Так, ладно. Закрываем холодильник. Топали дальше. Мы на кухне, наконец-то. Кухня, это место хорошее. Карта какая-то. Поползли, посмотрим, что за карта. О, какой рисунок. Какой рисунок. Закрываем это все дело. Там кто-то пришел. По-моему, кто-то что-то снова разбил. Какой-то негодник. Кто-то здесь. Телефончик. Двери. Закрытые. Значит, тут надо что-то сделать. Может быть, надо открыть печь. Полезли в печку. А, да, мы маленький ребенок. Куда бы мы еще полезли, кроме как в печку, правда? Полезли в печку и закроемся. Конечно, а куда же еще? Только надеюсь, он мне сейчас не сожжет меня, не подожжет меня тут. Так. Шкафчик, раз. На шкафчик можем залезть? Два. Ножи. Лезем еще выше. По шкафчикам карабкаемся. Еще шкафчик. Открывайся, открывайся. Могу упасть. О, открылся. Мы залезли на столик. Так, что здесь у нас? Кофеварка. На холодильник можем залезть? Нет. Сковородка. Кыш отсюда. Кыш отсюда, сковородка. Кастрюлька с молоком. Кыш, кастрюлька с молоком. Что тут еще такого можно? Свечка. Кыш. С моего пути. Тут малыш идет. Малыш идет открывать двери себе. Какие-то банки. Кыш отсюда, кыш. Так, так, и прыгаем сейчас на ручку, да? Или нет? Тарелки. Сейчас тут все поразбрасываем. Что, только ты можешь разбрасывать? Я тоже могу. Ладно. Нет, нельзя. Но почему нельзя было? Стул. Берем стул с собой. Возможно, нам нужно залезть на стул и со стула открыть дверь. У меня есть такое подозрение. Полезли, 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 полезли. Сейчас мы залезем на стульчик и откроем следующую дверь, надеюсь. Так, мне нужно встать, стоим стоя. Опа, и открыли. В общем, ребята, мы открыли следующую дверь. Коротенький ролик записали про эту игру. Если мы наберем 100 лайков или какие-то хорошие будут отзывы про нее, комментарии приятные, то мы, конечно же, продолжим в нее играть дальше. Опа, халатик. Ну а с вами был Неломоб. До скорой встречи. Игра не такая уже страшная, как мне ее описывали. Хотя... Это ботинки тут. Ладненько, надо туда выходить побыстрее, это как-то стрёмно. Оп, на улицу выход, что ли? Все, ваш Неломоб, пока-пока.